Вітаю всіх, всім привіт! І сьогодні я продовжу репортаж із Ікеї. По-моєму, це магазин, із якого невозможно уйти, нічого не купив. І так, це дорожня чашка. Ідеально підійде для поїздок, в екскурсіях, коли вам потрібно взяти з собою любимий напиток. Така удобна в руці, а при нажатті кнопки вона відкрита і одразу можна пити. Заявлено, что это чашка, хотя очень похожа на термос. Скорее всего, она удерживает температуру напитка, который вы наливаете в нее. Помимо этого предоставлена еще одна бутылочка. Написано, правда, чашка для воды из нержавейки. Это новинка, и я так понимаю, что ее можно прикрепить за кольцо. Интересно, к чему? Напишите, пожалуйста, варианты. К чему можно прикрепить эту бутылочку? А вот эта широкая емкость, это уже термос для еды. Заявлено, что держит тепло около 6 часов. А вот эта бутылочка из боросиликатного крепкого стекла и выдерживает высокую температуру. И тут сразу хочу обратить внимание на ценники. Эта бутылочка стоит 99, а не то, что справа. Справа указатель на нижнюю полку. За этим нужно тоже следить в магазине. Теперь предлагаю посмотреть, какие светильники здесь появились. Очень интересные. Вот, к примеру, такая конусная лампа. Она работает на солнечной батарее. Сверху расположена солнечная панель, которая перерабатывает солнечный свет в электроэнергию. В ней вмонтирована LED-лампочка, то есть светодиодная лампа работает дольше, и включается она от кнопки. Вот это подкупает. Обычно такие светильники работают, когда становится темно, они сами включаются. А здесь можно регулировать кнопочкой это включение. Это очень удобно. Кстати, заявлено, что она около 12 часов может светиться, когда заряжена. Вот здесь вот есть кнопочка. В центре лампочка, а кнопочка чуть в стороне. Вот ее надо включить. И при наступлении темноты она работает. Как только попадает свет, она отключится. При светлом помещении она никогда не включится. Но кнопочкой можно ее и остановить, она не будет светиться в темноте. Выносим на свет, она гаснет, а заносим в темноту, она светится. И создает очень уникальный атмосферный свет в помещении, либо на улице. И эту лампу можно поставить где-нибудь в саду, на террасе, на балконе. И она создаст дополнительный уют. Замечательная лампа, ею я очень довольна. А вот это светильник-звезда. Безусловно, праздничное настроение вам обеспечено с такой звездой. Продается вот в коробке. Цена указана только за лампу. А отдельно к ней нужна основа. Она тяжелая и обеспечит устойчивость этому светильнику. Основа продается отдельно. А вот заметили мы еще LED-гирлянду. Оригинальная такая. Упакована в коробочке. И работает она от батарейки.
А вот этот светильник, смотрите, какой оригинальный, работает от солнечной батареи. Уличный светильник, круглый. Есть еще в форме кристалла, тоже с аккумуляторной батарейкой, которая сохраняет тоже солнечную энергию и накапливает ее. Сейчас покажу еще мебель ванную. Вот этот уголок мне очень понравился. Итак, смеситель. Вот это его цена. Заявлено, что гарантия 10 лет на этот смеситель. Что еще интересно, что в этот кран вмонтирован аэратор. И он поддерживает экономный напор воды. Посмотрите, какая оригинальная накладная раковина. Не знаю, насколько это практично. По-моему, вода все равно будет разбрызгиваться и попадать на поверхность стола. Но есть и плюсы такого варианта. Сифон здесь имеет такую конструкцию, что внизу помещается полноценная шухлядка. А вид, конечно, ее оригинальный. Предлагаю вам посмотреть, что в шкафчиках. И, как всегда, все рационально и бережливо расставлено. Вот эти коробочки прозрачные здесь продаются, там 5 штук. В целом все очень уютно и компактно сложено. Внизу места для халатов. Кстати, халат тоже здесь продается, банный халат. Да, и еще здесь демонстрационный вариант, в котором 2 тумбы. А цена указана за одну тумбочку. Стоит просто 2 рядом. А еще хочу обратить внимание на подсветку, которая здесь размещена над шкафчиками. Это LED-подсветка, и она установлена над зеркалом. Но эту же подсветку можно установить и как отдельно висящую навесную полочку с декоративным свечением вниз. Тоже очень оригинально она так смотрится. А теперь хочу вас покорить этим зеркальным шкафом. Невероятно, но я никогда не видела, чтобы зеркала были и снаружи, и внутри, и сбоку. Ну, в общем-то, он весь в зеркалах. Не знаю, как передает это видео. Отражаюсь во всех местах, но смотрится очень интересно. Чистить его, конечно, не перечистить, если он будет в ванной. Вот и сбоку зеркала, и снаружи, и внутри. Понятное дело, он с доводчиком дверей. Немного покажу еще полотенца, какие здесь предоставлены. Вот такие цвета, очень приятные. Причем название, вот это маленькое гостевое полотенечко. Очень мне нравится такое на кухню. Вот этот размер мне нравится именно как кухонное полотенце. Очень приятные все полотенца. Не знаю, как они впитываются, еще ни разу не покупала. Напишите, пожалуйста, может кто-то уже использовал такие полотенца? Как впитывают влагу такие полотенца? Белое полотенце очень приятное. Напоминает вафельное, а с другой стороны оно махровое. Немножко покажу, какие они. И цвета разнообразны. Тут же рядышком привлекли мое внимание крючки. Вот эти вот крючки. Это крючки, которые крепятся при помощи клейкой ленты. И не нужно сверлить дыры. Бывает так, что стены не хочется дырявить. Но они тяжеленькие. Неужели они будут держаться? Цена указана за 3 штуки, в комплекте 3 штуки. А вот еще крючки под хром. Здесь уже на винтах. Они скрыты,
но крепеж не будет виден, но крепится уже, надо будет сверлить стену. Да, на винтах, там отверстие. Ну, приятные такие крючки. Лаконичный такой дизайн, ненавязчивый. Покажу еще ковер, который мне понравился. С таким приятным старинным восточным узором. Изготовлен из полипропилена. Заявлено, что он не линяет. Думаю, такой износоустойчивый ковер, потому что жесткий такой на ощупь. К нему рекомендуют противоскользящие подкладки, они тоже здесь продаются. А вот какой зеленый коврик с таким длинным толстым ворсом, он на 90% из переработанного полиэстера. Вот он уже с противоскользящим покрытием. Очень приятный цвет, камера, думаю, передает зелененький такой цвет. А вот посмотрите, какой удобный смеситель на кухню с вытягивающимся шлангом. Просто мечта любой хозяйки. Это облегчит мойку чего-то крупного, к примеру, кастрюли, арбуз, овощи. Опять же, встроенный аэратор поддерживает экономный напор воды, то есть он экономит и электроэнергию, и воду. Очень легко поворачивается включатель, плавненько так двигается. И такой же есть еще и в хроме. Вот такой вот еще цвет. В цвете нержавейки, скорее всего. И какой удобный вот этот дозатор. Он вмонтирован в раковину, либо в столешницу. Очень удобно и аккуратно смотрится. А теперь еще покажу навесные полочки. Открытые полки. Вот никогда еще не видела, чтобы открытая полочка была еще и с шуфляткой. Интересно. Да, ничего лишнего, и все можно расположить в быстрой доступности, к примеру, в прихожей. А вот это, посмотрите, какая полочка, она с навесными кронштейнами. Здесь кронштейны расположены над полкой, но можно их расположить и под полкой. Разнообразные полочки, причем здесь разной длины они есть. Белая, черная. Покажу еще какие есть варианты, сориентирую вас по ценам. Вот такие вот и классические дизайны, и обычный простой дизайн. Очень интересно полки, которые без крепежа, без видимого крепежа. Вот такие вот полочки. Они просто из стены. Смотрятся замечательно. Ничего лишнего. Такие полочки мы уже себе покупали, поэтому я их рекомендую. Классно смотрится. Очень понравилась вот такая вот креативная полочка из сетки. Из таких полочек можно сотворить целую композицию. Можно ставить на нее книги, вазочки. А вот посмотрите, как удачно она смотрится с цветочными горшками. Интересные полочки из сетки. И, конечно же, напоминаю, что в магазине есть такой скидочный аутлет. Здесь товар, который, к примеру, люди купили, вернули, либо продают дешевле остатки,
либо осталось по штучке. Есть также поврежденный товар. Это я вообще не понимаю, зачем его продают. То есть, если оно поломанное, неужели его кто-то купит, хоть и дешевле? Вот, к примеру, это емкость для заморозки льда. Никаких повреждений, скорее всего, ее вернули. Она немножко дешевле. А вот это поломанная конструкция. Тарелки без видимых повреждений, возможно, остались с предыдущей коллекции. А вот эта тарелочка разбита. Разбитую посуду вообще не понимаю, как можно ее продавать. Ну, в общем-то, здесь много чего. Возможно, что-то не работает, слегка поломано, прибито, помято. Возможно, что-то можно и исправить, если оно того стоит. Если не намного дешевле, то я думаю, что лучше купить новое, неповрежденное. Ну, в общем-то, сюда зайти можно. Покажу еще немножко офисной мебели. Вот шкаф с раздвижными дверцами, открыть я его не смогла. Оказалось, что здесь кодовый замок. Здесь монтирован замок с кодом. Можно хранить всевозможные документы, канцелярию. В этом шкафу есть удобное отверстие для шнуров, кабелей. Удобная такая мебель, ее можно в центре помещения разместить, так как задняя стенка тоже обработана. Есть такая небольшая тумбочка с кодовым замком. Тоже можно хранить всевозможные документы, канцелярию. Никто не откроет. В магазине всюду стоят дезинфекторы для рук. Это обязательно делаем. Вот хочу показать, очень удобная подставка под ноги. Удобная вещь для правильного положения спины. А вот эта детская мини-гардеробная, это просто восторг. Все наглядно, под рукой, ребенок с детства сам привыкает и развесить вещи, и достать, скомпоновать нужный наряд. Очень умная конструкция. Да, не забывайте крепить к стене шкафчики во избежание их перекидывания. Но как же тут все удобно. Конструкция придумана на ура. И вот эта цена этого шкафчика. Теперь покажу еще немного светильников. Вот этот домик – новинка. Думаю, что сюда подойдет любая свечка. Но здесь внутри свечка-таблетка на LED-светильнике, которая мерцает как настоящая. Здесь же можно купить эти безопасные свечки. Классный атмосферный такой светильник. Здесь же рядом безопасные эти свечки. Они на батарейках, светодиодные. Внутри монтирован таймер, который включает освещение в одно и то же время, на 6 часов. Кстати, батарейки продаются отдельно, это надо учесть. Покажу немного посуды. Вот такие вот салатники, мисочки. У меня уже есть такие, и это очень удобная посуда. Причем продуманный такой дизайн. Вот это, посмотрите, какая удобная подставка под торт, но очень дорого. Я считаю, что дорого. Тяжелый мраморный диск. Конечно, он классно будет смотреться, этот тортик на этой подставке. Это новинка. Не знаю, наверное, из-за тяжелого диска так дорого. Разнообразная посуда. Разнообразной формы. Просто посмотрите, может, кому-то будет интересно.
Понравилась мне такая посуда, квадратная, плоская. Очень удобно ее под суши применить. И цвета приятные, необычные. Это новинка. Необычная даже форма мисочки. Очень приятно, кремово-розовые цвета. Какое интересное блюдо. Плоское, квадратное. Здесь вообще нет углубления. Интересные тарелки. Ну и еще немножко искусственных цветов. Посмотрите, как удачно расположили гортензию искусственную в вазочке. Вазочка дороговатая, но она сделана как-то невероятный каким-то стеклодувом, поэтому так дорого. Знаю, что многие не любят искусственные цветы. Я к ним отношусь нормально. Если у меня целый день, предположим, закрыты ролеты, то у меня не выживут никакие живые цветы. А украсить иногда хочется. Посмотрите, какие они реальные. Вот еще вазочки. Их поставили одна в одну, но можно интересно их задекорировать. В одну положить камушки, а вторую поставить в центре, к примеру. А вот простенькие вазочки, недорогие и такие, такой необычной формы. Причем они даже без цветов красиво смотрятся. А если их несколько поставить, то тоже будет интересно, как, к примеру, вот здесь. Вот посмотрите, какие реальные розы. Как будто роза в вазончике. Точно передается цвет. Зелени точно такая. 329 гривен они стоят. И не надо поливать. Это все искусственные цветы. И маленькие вазончики где-то на книжной полке поставить. Причем на книжной полке никогда не бывает достаточно света. Там никакой вазон не выдержит, не выживет, а такой выдержит. Вот эти за 3 штуки цена. Конечно, с такими цветами нельзя борщить, но иногда они украшают. Тоже цена за 3 штуки. И вот эти 3 штуки. Комплект. Надеюсь, видео было полезным. Не забудьте подписаться на канал, ставьте лайки. Спасибо за просмотр!